хотела с вами поделиться. Получила я свою посылочку от мыла Опт. Вот такая коробочка. Я ее уже открыла, чтобы время не тратить. Здесь у нас накладная. Самоклеющаяся бумага. Будем печатать этикеточки, а то моя закончилась. Так, и вот смотрите, как здесь все здорово упаковано. Так, сейчас мы все это вынем и посмотрим. Так, это у меня пробнички, малыши, все парфюмы. Большинство парфюмов, которые было на сайте, все взяла попробовать, понюхать, чтобы иметь представление, что там есть. Это два, это мои самые любимые, два аромата. Женский Герлен, аллегория мандарин, и мужской Blue Label. Так, это... на наши малыши наконечники. Очень удобно, то есть, по крайней мере, когда едет все это в закрытых бутылочках, потом одели дозатор, и все у вас в полной комплектации, все хорошо. Так, это у нас, это для бомбочек у нас пластиковое сердечко. Мое не выдержало нагрузок, вот, так что у меня новенькое. И пигменты, нити, перламутры, античное серебро, коричневый и античная бронза. Так что вот моя посылочка. Всем довольна. Сделаю духи. Обязательно вам сообщу. Из этих точно будет через месяц. Эти понюхаю, посмотрю, если все будет хорошо, если мне все понравится, закажу в большом объеме и выставлю информацию о том, когда можно будет приобретать духи. Спасибо всем за внимание!